Всем добрый, ребятушки, сейчас мы будем играть Five Nights at Freddy, точнее, Ultimate Costume Night. Тут, в общем, как Five Nights at Freddy, но тут ты сам выбираешь, какие персонажи. Здесь есть дофигища персонажей, здесь 50 персонажей из всех частей Five Nights at Freddy. Очуметь, давайте, Фредди один, Бонни, собственно, Бонни один, Чика один, Фокси один. Ну еще давайте добавим тут Золотого Фредди. Давайте сыграем. Давайте сейчас попознаем управление, потому что это... висит голова Фокси. Пипец. Офигеть просто. Блин, это было страшно. Я знаю, как отбиваться от этой золотой мишки, то есть от Golden Freddy. Нужно просто открыть монитор или надеть... Чё? Я могу тут закрыть двери? А чё свет мигает, моргает? Наш Фокси готовится. Что? Чё? Здесь один Фокси и тут второй. Стоямба. О, стоп. Я боюсь, ребятки, тут еще энергия, смотрите. Здесь можно фонариком. Смотрите, тут энергия есть. Я боюсь, ребятки, просто. Ах, так. У нас тут вентиляция. Чё, бля? Чё, кто он так? Что это? Ха, блин, вентиляция. Даст систем. Чё? Я вообще... У нас Фокси готовится к победе. Ой, вы видели? Тут у нас марионеточка. Наш рабочий стол? Или чё? Я вообще не знаю... Что это за комната? Мне интересно, капец. Тут никого вроде бы. Блин, ребята, мне очень страшно, если честно. Я не могу комментировать. Тут есть один Фокси, еще тут один Фокси. Что это такое? А я не понял. Что вы до этой моем палатке, блин? Хотел сказать, в холодильнике. Что это за Ф? Это мини-игры, да, какие-то? Или что? Нужно Ф найти? Вот видите, такие плакаты, там три плакатика стоит. Страшно. Надо было этот свет резать вентиляцию. Нужно было проветривать, что ли? Блядь, что это такое? Что это ядрём батон такое? У меня мало заряда. 3, 2, 1, 0. Ну давай еще 0, гони. Вот пипец. Ну, что будет? Ребята. Испугался. Вы, ребятки, я перезагрузил игру. Я не знаю, что было тогда с игрой. Ну, как-то я перезагрузил. Давайте продолжать дальше. Давайте с этими играть. Это вроде бы FNAF 4. Из 4 части, там, где ребенок открывает двери, шкаф, сзади смотрит там. И это было еще. Ладно, давайте с этими играть. А, он криповый, если честно. Так. Лодинг, там Golden Freddy сидел. У нас тут все на месте. Бонни, Чика, Мангл и... Я забыл. Можно его носик нажимать? Нельзя? Окей, тогда. Нельзя, так нельзя. Что тут надо делать? Тут у нас ничего нет. Ой-ой-ой-ой. Какую-то вентиляцию. А что это такое? Как нажимать фонарик? Давайте мало будем сидеть. Что это? Что? Что происходит? Что это такое? Что это обозначает этот? 100-100-100-120. Я не понимаю. О, нет! Иди в жопу, Банни.
Бонни и Банни, да мне просто... Что это было? Понятненько, давайте еще раз сыграем. Чё-то непонятненько стало, непонятненько. Но прикольно играть, если честно, прикольненько. Так, у нас Бонни... Ну я же закрыл дверь! Ну я же так вот закрыл же ту дверь, да? Вы же... А что? Чё свет тупит? Чё свет тупит? У нас тут никого нет. У нас тут то же самое. У нас тут то же самое. То же самое. А чё тут у нас? Окей. Ай, бля. Насморк какой-то. Не надо. Не надо. Марионетка, не иди ко мне. Ты мне не нужен, марионетка. Хватит за мной следить. Заубол ты уже мне. А что тут надо делать? Бай-бай. А, это тупо покуп... Чё тебе надо? Чё тебе надо, марионетка? Задолбал ты уже. Ай, блин, насморк все время. Еще тут есть вентиляция. Тут еще тут есть вентиляция. Тут. Ай-яй-яй, вентиляция. Чш, не лагай. Чш. Не умирай. Так, давайте камеры. Камеры, я там никогда не смотрел, камеры. Может, они там передвигаются как-то? Вроде бы никого тут нету. Что? Что? Где все? Ау! Ау! Бонни! Чика! Чё-то никого нет. Ау, ребятки! Мне без вас чё-то скучненько. Ай. Может, вентиляция не ходит? Не знаю. Давайте нажмем на эту вот. Что? Я не понял нифига. Радио онли. Видите вот это вот? Вы видели? Вы видели? Офигеть! Там какой-то мишка стоял. Как? Уйди в жопу. Иди в жопу, марионетка. Не смотри на меня. Не смотри на меня. Я Фредди. Я абсолютно Фредди. Фу, блядь. Не, ну меня задолбал, если честно, меня пугают. Бесит, если честно. Чё? Все, ребятки, на этом все. Эти вот кнопочки мы будем изучать на следующем видео. И эти все персонажи будем пробовать тоже на следующем видео. Если под это видео наберется 10, даже 15 лайков, давайте 15. Вы же наберете 15 лайков, и выйдет вторая часть. Ultimate Costume Night. Я сразу же выпущу, и будут разные вот эти вот Чика, Бонни, Фредди, Марионетка, Мангл, какие-то Фокси, какие-то Спринттрап, я не знаю, всех буду добавлять. Будем играть. И даже, наверное, в следующем игре я все 50 персонажей добавлю. И будем пугаться и играть. Смотрите, какой криповый этот девочка. Я забыл, как его зовут. Систер Чемпс там. Ну, на этом все, пока.